сука! Какая жалость. Коха один. Кстати, да. Не повезло, не повезло. Сколько у Хохи? Все, я топ-лок. Ой, Ур, скажи, сколько у Хохи с это? Вышка, вышка, ты еще с тремя, брат. С тремя, наша. Блин, ну я на самом деле плечи, я плечи больше ходил, чем голову. Если плечи упали, я бы тебе голову уступил. Это если бы ты выролил плечи. Ну, я ровно... Я говорил, что он хочет себе голову взять. Не, мне было плечи. Я ходил голову. Четвертый кусок. Ну, а Матео заролил. Сейчас, а что нам дает? Матао, понимаешь, Матао насосал, как бы, по нему, ну вот, понимаешь? А, он ладеет. Он чисто профессионально, он очень дорогая индивидуалка. Работает только на собственной квартире, больше нигде. Так, Ревис, ты по большому корню даешь, ДК трэш ловит. Блядь, ну сначала что-то. Ревис, потом ДК. Помнишь, Андрюх, я говорил, что, блядь, ничего не падает, блядь. На пол на ДК. Шаман, если у тебя есть сильные просадки по мане, возьми лучше МП5. Но мне кажется, 232 намного лучше. Намного. Просто я бы брал 232, потому что там на 20 хосты больше и плюс 40 крита. Это в разы лучше, если тогда больше есть. Так что лучше возьми, наверное. Ну да, мне кажется, да, лучше возьми типа крита. Бля, я себя так по ладошкам уебал. Пиздец горят, нахуй. Лучше возьми крипа. Я так вчера стокер так. Давайте сейчас я тут с первого трая закроем, я вообще просто. Ну, вы просто умнички будете. По звездочке. А че это я закрывать? Че ее закрывать-то, блядь? Да, последние 2 КД у нас что-то, знаешь, как бы да. Последние 2 КД у нас пугали. Особенно тот хант, конечно, был реально интересный человек. А, что мы. 3,5 часа, 3 часа. Я даже засек. 3 часа 40 минут мы на Везексе сидели. Я уже сидел в таком тильте, думал, если не упадет Айшуха, ебал это. И она не падает, конечно. А чтобы на Везекса пойти, Игнис я строкрыл, обязательно же закрывать. Айшуга, блядь, это название, конечно. Если она упадет еще, это прям. С правой стороны, давайте пойдем. Так, анту подрубить. По звездочке корни. Давай, Рейс, быстрее, а то и пусть сейчас пойдет. Там ожерелька, там ожерелька, горол. Где? Поврежден, там куча. Оп-оп-оп-оп, так, ролим. Ролим. Ой, Сюва, сразу линкуйте. Понимаю. Рейвис, у тебя нету профа. Остановись. Да. А, угу. Так, тихо. Опа! Матао, сукин. СР. Ладно. А, СР. Ладно, СР можно. Матао просто сосал, то он, если бы он и это насосал. Бля, ты же не обижаешься, да? Да нахуй, пошел просто. Да схуяли, ебать. Ищ, гандоны. Так, залили. Что? А по нему стан не проходит, да, я так понял? Ну, ладно. Вот это проходит, ебать. Фир. И сосет, блядь. Ну. Матео, а мне пососешь? Ты у меня на то время пососал, когда рыбу ел уже. Нет. Да. Нет. Ты сидел, я подошел. Понимаешь, что я такой, что хуй в рот не клади, я откушу. Ладно. Блядь. Райвис-то засавил, а Матау не засавил. Какая жалость. Еще ожерелька. Понимаешь, получается, не опасался, ты как бы. Там еще ожерелька. Так, ну это точно мне. Да, блядь, так неинтересно вроде. Ресните? Нет, беги. Да как ты умер? Я хуй знаю. У меня... живое цунами. СР, лутани моба еще раз, там групп лут стоит, может попугал. А жерельку ролим? Сейчас.
Это должно быть мое. Это должно быть мое. Где он, этот моб? Рест. Как сильно все хотят эту ожерельку. Конечно. У меня, блядь, 4 знака ювелирских осталось с этими сакедами, вечно меняющимися. Опа! Сюда! 5! Чисто ради интереса. Сюда, чисто ради 5. Интереса. Чисто 5. Ну так вот. Ах, Матава, ну ничего. Оп. Матава, ты можешь дробяшки носить? Нет, к сожалению. Ух, хорошо. Роман может. Да я знал, что он может. И Рэвис может тоже. Все, пришлите. Но я уверен, что там Шамон уже мне точно не уступит. Я могу носить, все могут. Там пристой могут. Рэвис, дай корни, корни. Что где? А-а-а-а-у. Корни, Рэвис. А что, у тебя за пушка сходила, что ли, с 25-ки? У него 213-я сока, по-моему. Дробяшка. Снакси. Снакси? Не, это сока. Это снакси, а, это снакси, ты чё, это... У или шамана это... снакси? Это сока. Скипетр ледяного пика, сейчас посмотрим. О, капец. В натуре, скипетр ледяного пика. Да, это она оттуда, ока. Я же говорю, это сока, потому что я смотрел. Меня не наебёшь. Ой, ебать, опять. Бля, жалко, у меня такое есть уже. А, рольчик кому надо. Случайным дропом. Шамана, у тебя-то майны или твин? Ребят, кому-то надо, я просто еще не нажимал, значит, там просто пыль нажимаем уже. Надо кому еще? Надо кому, нет? Ну, кому не надо, пылим, пылим тогда. Тебе более распилить. Так, давайте с первого трая закрываем. Идем, убиваем два изи босса. И сегодня же закрываем. А какой, стоп, какой еще? А, еще собрание же. Блин, я вообще хочу этого, как он, блядь. Йога, у йога убить, мне вообще нравится этот босс. У вязок да, йога тебе нравится. Вот третья фаза мне интересно нравится. На Афлилоке. Вышка, тебе тоже с Африка попробовать поиграть. Сань, Сань, мы две Закса Йога на завтра ставим? По максимуму. Да чё, у нас... Корни, время... дайте. У нас 2 часа еще, лол. Я просто боюсь, чтобы мне сегодня свет не отрубили, потому что у меня часто свет отключают сегодня. У меня прям телефон бывает. Масфир. А, не восприимчивость, понял. Будь здоров. Спасибо. Просто у меня типа у меня гроза была ночью. И короче, там что-то с проводами. Мне типа сегодня могут просто на 2 часа отключить свет, включить обратно. 2-3 часа побудет опять отключить. Я не помню, когда мы последний раз свет включали, блядь, вообще. Ну так и пробки убивало. На пробке. Так, всех мобов залили? А, вон еще пачка. У меня только пробки у соседей, мне постоянно к ним приходится ходить, блядь. А почему у тебя у соседей пробки? Ну, мы типа, ну, на одном этаже, понял, так, в другом предбаннике. На каком этаже ты живешь? На третьем. Я лично живу на первом. Ой, это вообще хуёво. Почему? Не знаю, я на лифте люблю покататься. На третий этаже. Я просто в лифте рисую, понял? Ой, осуждаю. Вандализм это вот это, да. А, ну у тебя же штаны висят низко. Поэтому я понимаю, почему ты рисуешь в лифте. Блядь, меня так орало, чисто такой. Скидывает фотку, у него чисто штаны, блядь, на... в районе колен. Чисто штаны висят низко. А чё, вот эти, вот эту милфу будем бить? Я да, понял, этот трэш тоже надо убить. А ты чё, милфхантер или чё? Да.
Знаешь, вот этот, типа, чел, видосики били, такой, оу, щит, и он прыгает немно. Ну да, знаю. Ну, этот чисто ты такой видишь милфу и такой со своими штанами такой, оу, щит, и такой подпрыгиваешь к ней. Типа похищение души нажимаю. Не, и такой, да-да-да-да-да, и чисто. Не, похищение души, это ты... Ты хоть знаешь, короче, переночевал у нее такой. Просыпаешься, и к вам в комнату заходят ее дети, и такие, здорово, отец. У нее сын Вов играет. И ты такой, сосать плюс лежать. Так, сейчас рыбу тыкнем. Ну, два танка пойдем. А зачем? Два. Штаны у тебя не прокачат на болезненность. Какая болезненность? У меня кап. Можно, пожалуйста, полторы минутки перерыва? Да. Ты уверен, что сможешь в соло? Ну, я танчу. Полторы минуточки. Хорошо. Можно, пожалуйста? Еда? Хорошо. Как это вот мелкий трэш будем заливать? Обычно. Ждем, пока месть хант на агрид. И потом бьем. Как только остается мало хп, СР дает масфир. И дальше заливаем. Также мог бы и Лем тоже откинуть. У Ревис тут ей прокачано. Тайфун, конечно же. Все, ты на вторых мобов. А что, куда делать с ними? Ну, ты берешь, подходишь к мобам, как только у них остается 30% хп, и их откидываешь в сторону. К маленьким, да? На пол на ДК, да. Рею не бьем вообще, бьем только мобов. Сейчас Хулипал придет, до сказку. Хоха, то есть Лайур, ты возьми хилбот и кидаешь Двайн Свободы по человеку, у которого корни. Рейвис зарифмовал и даже сам этого не понял. Каску, давайте можно на СПД пласт. Раскидаем. Вышка, я на Люси даю СС, короче. А ты на Шам. Да, не называй меня Люси, меня это немного раздражает почему-то. Кто назвал так перса? Ну так получилось, как бы, да. Просто Андрюха. Горький Андрей. Сладкий Андрей. Да когда раз выйдет, я помню. Пробовали, что ли? Все, даю РЧ на пол. Ну как мне говорили, внешность сладкая. Все, танк пуляй, приводи. Матава, ты в Дестрике? Нет, в авто. Где? Бля, это... Где мои 30 вот. Тысяч маны? У меня выпущено было. Так. Хватит, ребят, хилу. Кибаем потихонечку первого каждого. Да, по поводу массакры... Опа, вышли. Хорошо, стилятор, что прохилить надо. Подару сыграть. Я еблан, прохильте меня, пожалуйста. Так, все, я не еблан. СР прохилить, СР прохилить. Оп, 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 оп. Далеко. Селяторша. Хороша, лучше. Потоплёта, ребят, больше. Больше потоплёта, давайте. Заливайте всех. Там корни. Ага. Залили? По корням дайте Двайн Свободы. Мне она не забинжена. Подару. Лайлур, будешь? Трэш, не бьем пока. Не бьем. Подведите весь трэш. Встаньте все в мелизоне. Так, заколешь, когда массу задать. Хорошо. Окей. Отходить. Массакра. Отошли все. Нажал. Отошли все.
Все отошли. Все, давайте РДД добиваем. Вы по вышке хил дайте больше. Пострелять да, дайте. Вань. Да, прошлый лук. Подару сыграйте. Маны мало. Так. Сейчас я через книгу огненную возьму. Дрожание. Блять, я такой еблан. На второй раз дрожание поймал. Плакаю, плакаю. На вторых мелких войск дам. Хорошо. Я могу эмашку дать. Так, все грибочки. Вышли, вышли с луча, вышли. Там дар где-то. Так, я ушел. Подару сыграйте. Подару. Шамана похилить, хорошо. Шаман. Ушел, гнев. Шаман в корнях, шаман в корнях. Хорошо. Дрожание. Так, отлично. На дрожание можешь не хилить меня, сам отхилюсь. Я не только тебе хилю. Ты просто поманишь. Можно инер. Спасибо. Так, аккуратно по всем. Подару, ребят. Подару дар, сыграйте. Дар. Быстрее, дар. Хорошо. С угол вычем поистрей, отлично. По грозовому сыграйте. Топкаст. Отлично. Там грозового плюточника надо. Хорошо. А, все нормально, идем. Вообще шикарно, ребята, вы че, блядь. Тихо, блядь, мотал молча. Там, блядь, дар вообще где-то. Дар растет, вон он. Дар. Все подару, по возможности. Быстро. Я даже шок кинул, побежал. Хорошо, грибы. Вышли. Отлично. Под грибы все стали. Матео. Я не могу подлечить. По Матео, давайте. Вытащил на камень. Спасибо. Я еще камень прожал на верочку. Подару сыграйте. Про камни не забывайте. Равис в корнях. Дар растет. Быстро. Быстрей. Отлично. Нормально. Нет. Не стоять в этом. Равист умер. А по нему БР уже не дашь. Да, потому что Равист это есть БР. Еще последнее. Пробуем, мы можем. Сейчас не агрить только главное. По корням. Мой инер умер. Все, ждите. Все к ДК подбежали. Шаман хилим, да. хилим. Заколько, когда я могу эмашку и массак дать? Заколько? Так, ушли от луча. Все, бьем точечно всех. Заколько, когда нажал? У меня все есть. Давай. Массакра, Машка. Давайте добиваем. Это же фридом. Давайте, пока все действует. Так, аккуратненько. Точно. По одному. Вот. Аккуратненько. Смотрите по хп. Тихо. По одному. Дар, ребята. Подару сыграйте. Трэш добейте. На нас тут задавайте. Все, вторая фаза, давайте. Давайте. Даем геру или нет? Да. По корням сразу дайте 20 свободы. Дали уже. Перебежали.
Давай, спасибо. Подару сыграйте. Сначала вышли, подару сыграли. Пришли. Пришли. Среди в основном за даром, не могу говорить, куда пришли. Перешли. Перешли. Корни, снимите с меня. Так, дай себе. А неудобно сейчас. И хилим просто. Перешли. Там дар. Дар сыграйте. Сыграли. РДД быстрее. РДД. Ушли от луча. Перешли. Аккуратно. Хорошо. Перешли. Где оно? Ладно, я вот так сделаю просто. Перешли. Случай выше. Хорошо. Дрожание. Перешли. Мотаю. Подару сыграйте быстрее. Подару быстро. Максимально. Хорошо. Добиваем босса. Лежает сучка, блядь. Аккуратно, ушли, не взорвитесь. Ох, какой мечик сладкий, вообще. Уступите мне? Или мы паролим? В принципе. Ух ты, Уф. Дайте респари, провист. А Райвис чисто такой сел, откинулся, такой отдыхал. Да, Райвис? Я слышу, тебе что ли надо? Ложь. Я умер. Тимур, тебе меч не надо, что ли? Не, у него есть двуручный. 239. А, ну тогда забирай. Перчи, рольте на офспек, на мейнспек, без разницы. А как все хорошо сегодня? Все с первого раза. Ну, Ревис на мейнспек ты ролишь? Да, на саву. Окей. Вместо АВД-шных. Ножные латы. На распыл сразу кидайте. А вот алхимия есть? Да, сейчас сделаю. Не, просто может кого-то... У нас вообще никого, может, алхимии нет. Так. Там. Мы идем на Острокрылые Игниса или Собрание? Бля. У меня собака ела. Мы идем сейчас на Визакса. Бля, ДК, сори. Йогу и оставляем самых этих простых. У меня собака ела. А Визакс, йога можно? Не собаки убить без всех, не? Кого? А, линкните, ты... пожалуйста, этот варёк. Ну, вот этот... И комбат прилетел, я не могу прилететь, здесь мобы стоят. Да пиздец, у меня собака подбежала, бля, мобов сакрил. Ролим алхимики. А можно пробежать Мирон активировать? Вадим алхимик. ДК, давай упадем лучше просто. Так, я активировал Мирона. Аккуратно. Бля, я сейчас фрею активирую быстренько. Дай мне этот самый. А ну попробуй залутать. Залутал? Они сагрились. Нет, надо играть. Именно мастер лут дать. Тихо. Что это такое, блядь? Что с ним? Мы сейчас в бою, я не могу ничего делать. Что с этим мобом происходит? Почему он на Райвиста бежит? Райвист, бан. Райвис такой, да смысл? На меня нет! Короче. Один. Что там происходит? Да здесь моб бегает, убивает нас. Вы уже пошли куда? На ДК типа пошел на резак. Моб сказал, что все пошли на тот свет. Ладно, вышка стоит здесь, я пошел. Я тебе дам он сейчас. Он сказал, что все... А! Вас убило, а я живой. Какая жалость. Это что такое?
Это как так? Бля, он пошел, он чисто уничтожает нас. Он нам... Вышка, вышка, к тебе идет. Да я понял, я вижу. Я понял. Вышка, нет вышки. Он такой, вы... Сагрю босса. Ну, вот это то, что мы все с первого трая закрыли, это прям, я не знаю. Что он один? Это какое-то удивление. Мне кажется, я его сейчас убью. Мне кажется, нет. Потому что мы не можем... А, можем ведь зайти. А кому-то надо вообще? Вот, можно убить Йога без этого? Без собрания, типа Игниса и этого? А, да. Так надо конечно. Только четверых активировать и все. А, так... Мы на Везок сойдем, потом на Йога. Че, Ларри забрали? Пошел. Ты ролил? Да не, отходил. Сейчас. Рольте, у кого я в химии? Вышка роль. Ларри химика, а что она дает? Там зельки, настои всякие. А. Прикольная тема. Все, отдашь ДК. Вышка. Так, а куда нам? В бывшую галерею, да? Сейчас. Дал утером. Фулл ребаф, рыбка, там все дела. Там. Мотаю. Дай денег. Мне опять 2500. Дай денег. Сегодня на острове не фармил голды. 1300 дает. Да, есть. В смысле 1300? А где? Я контракты еще не делал. Каким образом можно давать 1300, если вчера делал, давали 600? Я с ним контракты не делаю еще. Я на трех персах контракты делаю и голду фармлю. То есть фулл остров. А типа... сколько там контрактов на одного человека идут? 6. 6 контрактов. 6 по 48 голды. Ну типа там в общем дается... Килует сразу. Там в общем дается 600 голды типа с всего острова с контрактами. Сбиваем одновременно. Я сегодня не сделал остров, а он нас застолил, стоил бы. Мне хвосты взят. Мата, у тебя тоже багается вот этот, короче, квест еженедельный? У меня на Локи всего два раза почему-то можно было за неделю, а на Роге уже третий день могу подряд бежать его. А как меня убило? Ну ладно. У меня вот я тоже третий раз взял сегодня. Ну, взяли третий раз, ну-ка. Ну, появляет... еженедельный квест на 24 баджа. Он сам почему-то появляется как-то, я не знаю. У меня было типа, понял, я хочу его взять, отпишись недоступно. Я, короче, сыграли очень... по тому, по, у кого больше хп. Я, короче, очень быстро его взял, и он меня взялся. Я очень быстро прокликал, типа из-за того он взялся. У нас не было ни бафа, ничего, хотя бы хпшку поднять. Давайте отбиваем. Одновременно. Давайте сейчас просто рыбак едим. Рыбку покушаем и уже пойдем. Касты сбивайте. Все, убиваем. Идем дальше. Ну там сакет упал. Кизик. Если упадет Айшуга. Я вот думаю, шаману лучше, вот смотрите, дубинка как у меня. Или же Айшуга. Ну Айшуга с сакетом, типа. Мне кажется, из-за того, что она с сакетом проводит пифи. То, что там, можешь шаман, то, что там МП5 ему лучше, вот это вот, не знаю. Ну хосты, типа, там, если он будет ставить камень. Если он будет ставить камень на хосту, то хосты все равно, по-моему, немного меньше будет. Думаешь? Дайте баф по ДК еще раз. Что думаю? Ну что, это ему будет хорошо. Да, прям. Да. Всё, на Элема, да, это топ, типа, а вот на... А не, я не про Элема, я в общем. А Шуга, да, типа, в общем, она пиздатая. Играем через звездочку на пол на ДК, погнали. Сколько кап на шамане МП5 надо, скажите?
Мне просто интересно ради информации. Кстати, да, Рэвис, может так сбивать каст. Блять, мне психики. Банный снич, сайленс 6 секунд, не могу. Рэвис не успел! Что-то мне сегодня вообще не везет в этой миге. Сиви кефир! Саня, хотя бы тебя не уронить. Это мужик бьет, блядь. У нас танк такой, может, молчаливый сидит такой. На потничек. Может, он не отвлекается. Но зато хил говорит на пятерых. Тебя что-то не устраивает? Я разряжаю обстановку. Я просто констатирую факт. Я не говорю, что нравится, не нравится. Я разряжаю обстановку. Мы же ходим для чего? Для удовольствия, правильно? Я лично получил шаю, я получил удовольствие. Еще в четверг желательно вот грудак с разрушителя и Тринис Мимирона с 25-ки. И просто просто шикарно. Ну, не только ты тут, так сказать, удовольствие получаешь. У нас один человек сосет по КД. Он доставляет удовольствие, не получает. Ну тут фиг знает. А может ему нравится, да? Ну не сосал бы. Матео, не обижайся. Да я надеюсь, он понимает, что это все в шутку, типа. Я тоже надеюсь. Лёха пока на рофли, что я сокрой. Либо вихрь. Сыграли по мелкам. Ой, сейчас тебя ферну, слышь, ДК. ДК и Урал был. Бля, моб там меня пиздит теперь. Я могу? Понял. Ты ж, блядь. Понял. Эвелор такой, опять работа, и побежал. И Матео тоже. Если мы все с первого трая закроем, я не знаю, я просто похлопаю вам. Ты йога. Надо что-то поинтереснее придумать, чем просто похлопать. Мы когда йога били, а когда за холика хилим, мы с первого раза закрыли. Я стойный тоже с первого раза. Не, со второго раза вроде. Да у него там... Это на этом когда? Да. Угу. Я был с ним. Впервые играл за РТД, много свакал. Я вот только под Насирусе, типа я немного на Сиркле играл, типа захэпал, а только на Сирусе в основном прям так сильно, типа чтобы в райдах, типа. Я до Сируса я вообще не райдил, типа. Ты хороший хэпал. Ты можешь на сопельке вытянуть. Ты в этом убедился. Я долго бы этого нейрона еще вспоминал. Ты, наверное, Warface за медика играл, да? Я Warface не играл. Вообще осудительно. Слушайте, играл кто-то StarCraft 2? О, нет. Когда-то давно. Я хотел попробовать, но как-то да. StarCraft это что-то сложное для StarCraft. Я больше в Доту играл все детство и все подростковый, весь подростковый возраст. О, и в онлайн это... Меня, короче, кореш, типа, сосед мой, он на 2 года старше, он мне сколько рассказывал, там, ребята, там, по 40 лет сидят, донатят. Там короче, надо, там... как бы, сказать, какие метки кто контролит, ты остановиться не можешь. Сейчас расскажу. Метку череп мы первым заливаем, потом кружочек. А, кружочек у нас ретрик дает, я уже не помню, как это называется. Покаяние, да. А, Вуну Лок берет в бан. Так, крестик, давайте, блин. В корни. Можно в корни взять. Пироманта у нас, сейчас.
Даже не переманта сейчас. Душегуба, хант, ты замораживаешь. И пироманта, давайте шаман в жабу. И обновляйте постоянно контроль. Все. В критической ситуации могу стандать. Хорошо. Крестик, я не знаю, могу я отвести. Я могу ставить крестику станды, типа на там 6 секунд. Крестик в корнях хорошо постоит. Все, хорошо. Ревист. Давай, корни. Еще раз, череп мы бьем, печеньку, ловушка. Покаяние. Ловушка в этого дальнего. Звездочку. Можешь сразу кинуть. Все, давай. Я вот так сделаю. Так, а чё треугольник не взяли? Деньги сыграли. Не, давай по пироманту сыграем. Качок. Дал стан. А чё там Синдараем сделали в последний раз? Я не помню. У них крит будет повышен, меткость 1% добавлена. У них пораженка будет 20% крита повышается. Так, по печеньке сыграли. Пригрипните, да, все. Я просто думаю, вульперы или просто мне Синдрай эстетически больше нравится. Вульперы вообще топчик будут для хилов. Ну это я понимаю, но мне эстетически типа больше нравится Синдрайка типа. Не, вульперы тоже прикольные, можем прикольный трансмут придумать. Тут доливаем двоих. Можно разбанить. Да не-не, он там АОЕ бьет. Он и в бане бьет АОЕ. Через сколько рерас уже бьет? Он и в бане АОЕшка бьет. Угу. Да, мы баним, потому что, чтобы он не подходил к рейту. Я ему дал стан 6 секунд. Так, мы играем с левой стороны. Давайте мобу пуляем. А, рыбу не надо? Не, мы сначала этого. Все зависло или у меня в одного? Только у тебя. Это нормально. Я это пролагал. Станьте подстрелятор, это... шедайте стан. Я эфир дал. В это углубление встаньте. Чтоб не отлететь никуда там от взрыва. Здесь. Три, два. А, нормально. Я пошел уже. Рыбу хаваем. Ну что, уже босса типа хотите бить? Вы сарани уже вскопали? А, так убивали тут уже. Так, значит, посмотрите, на всех каски висят. Я вроде же всем бахов. Там от сокрушения никто не отлетает в мобов, да? Так, метки поставил. РДДшники все в трусах. В луну перебегаем. Можно чуть дальше.
То есть можно вообще впритык к стеночке. И обратно возвращаемся и бьем. Бьем тогда, когда вы в луже находитесь. В другое время вообще не бьем, дотки не обновляем, если вы не в луже. Потому что это минус мана. Как только будет метка, сразу выходим в треугольник. Это будет метка череп, вроде бы. Вот, сразу будет... Оки, сразу давайте порталы сюда, в ромбик. И РДДшники сразу просто свечаемся сюда обратно. Ну, в смысле, метку. И ждем, пока вместе не закончится антибаф. Милики просто бьют. Бьют не ауешкой, потому что вы тогда убьете споры. Убьете споры, не будет хайма. То есть ТКшники, мором не развозим. И совы, только вначале можно дать Starfall. То есть звездопад, и все. Ретрики. Ретрик аккуратно. Все. ДК, ты сам прохилишься на боссе? Угу. Я буду синюю джаку тогда кидать. Ант, не забывай напуливать. Даю РЧ. Там же два полудина. Поставьте запомнить цели сразу Везакса. А, вот да, точно, у нас же два полудина. Вместе с ДК будем взбивать косты. Шаман тоже помогает. Я буду синюю джаку будешь давать, хорошо? Все готовы, давай ДК пуляй. Милики тоже подходим. Не бейте только главное, ардашники. Лицом к вам поставлю. Так, все косты сбиваем, кто может. Вот его проносишь. Да тут все знают, тут все все знают. Okay. Рейвис, выбеги. Вечка. Мотаю. Да это, блять, это просто выбежит. Ну, я же говорю, типа. Это не дебаф. Вот теперь кончилка, выбеги. А, ага, ага. Понял, все. Стреляторша вышла. Казби. А, это не тот, ладно. Извиняюсь. Матео там, знаешь, когда распол нужно? Вышел, СР. Матео, люблю на распол. Сейчас забегу в лужу. Собирается. Вышка вышел. Вышка порт. Собирается враг цараниковый. Запомните цель, поставьте босса, потому что ДБ может не санонсить, что летит патрон. Абсолютный.
Так, все, стопайте ДПС по боссу. Ждем, когда танк сагрит. Бич. Отбежали. Все, бьем. Гера. Не-не-не. Вот сейчас Гера можно. А, Ревис, выбеги, отбежали. Вышка, долго стоишь. Вышка, еще раз так и так слакнешь, умрешь. Дебаф, потому что вешается. Смертельный. Отбежали. Сима там соси. А у этого. У этого не буду. Отбежали. Ребят, вот сейчас вообще урон не лутайте, а то умрем. Чё-то не хилим его сильно. Рейвис, выбеги. У нас что, уреза хила у фонта нету, да? Выбежали. Шо, он, чё у тебя, по-моему? А, у тебя все хорошо. Отлично. Тогда я рейвис зону не хилю. Хилю тебе, потому что не перейду там. СР, на следующей перебежке можешь гимн ёбнуть? А все плохо, по-моему? Рейвис, выбеги. Рейвис, выбеги быстрей. Хорошо, СР. Пиздец, босса мы хилим, конечно. Мы его, наверное, 100% хп отхилили. Отбежали быстрее, быстрее, бля, шаман умрет. Он встал, но он без маны, типа. 15%. Сейчас не лутайте максимальный урон, потому что я один остался, у меня 20%. Бежали. Вообще старайтесь не лутать. Насколько это возможно. Слятерша вышел. Ну, отрыв, отрыв быстрее. Вышка, блядь. Блин, понятно. Там хватит урона? Нет, наверное. Я уже высох почти. Ну, я по мане полностью высох. Что вы вообще не лутаете. Сейчас вообще вот, вот совсем. У меня 800 маны. Мы его что нахилили, вот и у него осталось. А что, у ханта другого спека нету? С 50% срезания хила. Ну, в каком сейчас? Бэр можно дать шаману, но он, у него будет хил. Немного. Больше, чем, ну, типа, хоть какой-то, но он похилит. Отбежали, ребят. Шаман. Это чё было сейчас такое? Ладно, не добиваем потом. Это шаман встал в этой хуйне и в него патрон, блядь, прилетел, это я так была? А у меня дивана нет, у меня дивана нет. Ладно, дубль 2. Бля, сейчас вообще прикол был. Я убегаю, короче, из этого. Из вот зоны, где патрон летит, а он прям въебало мне в луну пролетает. Там шаман, походу, встал перед рождением и в него кинуло сразу. Ебать, не повезло. Вышка, да. Ты же в Дестрике? Ну да. Все. Я-то в Африке был, но сейчас в Дестрика, походу, пройдется. Да, тут Дестриком надо. Он вообще срезает? Или... Он, наверное, стакается с чем-то другим, и поэтому пропадает быстро. Ну, то, что типа нахилили, в принципе, осталось. Ну, конечно, блядь. Там пиздец. Темное сокрушение, 69к полученного. Это шаман. Вышка 61к. Маттео 28. Это мне вот в конце... СР 50. Ну, в конце, да. СР 50к. Но у кого больше там 35к, значит он попадал. Да ща убьем, ебать. 3 часа, думаю, не будем сидеть. Не говори гоп, пока не перескочишь.
Ну, вообще, я, пока я не пришел, вы не убили его, блин. У нас Хант 1 000 000 раз так-то слакал. Вот Хант, Хант, стрелять, чтобы слишком поздно отрыв жмешь. Прям сразу надо, блядь, жать. Сразу говорите ему, пускай на кнопочку сделает. Он просто один раз трапу поставил, и ГКД словил, и вот отхил пошел. Ну, типа, промахнулся по кнопке, походу. Сразу отрыв нажал. Используйте все подручные средства. Типа ОСР, тучка, которая ускорение делает. Ну, сейчас на 30 секунд отойду. Давай. У тебя же есть нитры? Ревист. Окей. Меня слышно, нет? Да. Кто вам вообще сказал, что тучка ускорение дает? Я тоже, кстати, вот задумался. Мне вот уже 2 недели все говорят, да блин, тебе тучка ускорение дает. Не знаю, мне так говорили. Снимает она, да, эффект замедления, но не ускоряет точно. Ну это смотря как. Тоже, по-моему, снимает. Относительно чего, если рассматривать? Если ты замедленный, бежишь, блядь, и тучку, ну, блядь. Да, я... Значит, так, дает, вот, блядь. Вот, читайте. А так? Может, они видели, что чел нажал тучку и нитры врубил, и полетел, а может, так думали? Ну, походу. Когда тут скелеты валяются. Дайте шкаф. Ну мы ведь острокрылую по-любому убьем сегодня, нет? Да, я думаю. Она очень нужна. Очень, блядь. Кому там глаз нужен? СР, блядь. Только осталось СР набрать и всё. Что, потом, по-моему, брал, лутал, нет? Не лутал еще, но... Давайте не будем вспоминать. Люси, ты где? Отошел там 2 минуты, сказал. Или минута. Че, рыбу без него тогда есть будем? Кушайте, только не затыкивайте. Как там в 4 Т8 на ШП? Да ну так, нормально. Т10 получше будет. Где там половина? Если думать как на успех, то оно пойдет ревист. А если выпадет пуха РДДшная, то шаман, горькая. Что я? Давай сумонимся быстрее. Я рыбу съели, верим. Называй Андрюха просто.
Горький Андрей. Люкси. Долго вспоминать. Так на них глянул. Баб, дайте массу. Андрей, как-то долго. Можно баб, дайте, покушали, докушали ману. Потому что я вспомнил, что не попрятал хавчик. Нихуя, видели там, что обнову написали? Что там? Короче, камни, которые в РБК падают, теперь будут по осколкам падать, и каждый будет получать 100% на какой-то камень. Серьезно? О, нифига, это вообще классно. Вообще тема, да? А то там какие-то пидоры заходили, но мы, блядь, сердолики забирали. Да. И сердолики по КД забирали, и они на ауке очень дорого стоили. Типа, 5 фрагментов собираешь, их можно в целый камень сделать или в полироль. А, типа, каждому вместе, ну, типа, каждому падает по одному да, осколку? Да, каждому. И еще их на аукцион можно выставлять. То есть, получается, 5 инстов, один камушек. Чтоб честно, да, было? Да, я вот только не понимаю, какой рандомный или какой. Ну, наверное, рандом среди всех. Сколько там? 6 камней? А, ну типа их 5 кусочков объединяешь в целый камень. А как выбирать там? Короче, вон там, видели в новостях, блядь? О, я читаю сейчас. При сборе 5 фрагментов их можно объединить в целый камень. Или босса. Целую полироль. Что потом обсудим. Отключу видосик. Но это в любом случае пока для X2, чё вы. Ну так когда у нас будет, у нас когда введут, у нас по-любому эта хуйня будет обновление. Не, ну понятно, но просто сегодня вообще, назад. Вот это неплохо они придумали, блядь. На баф. Порт, вышка. Портал поставьте сразу. Огурцы взяли на всякий. Маны меньше. Бля, а рыба нет. Была, где-то чуть не пахала. Ставьте еще рыбу. Да, давай, стыкну. Кстати, Люси, если что, говори, спокойствие отдам. Может, хоть как-нибудь поможет. Хорошо. Давайте насчет анонсов. Кто у нас отвечает за перебежки? Матео. У нас тут все уже знают. Горькое значит заметки. Хорошо. Только дебафы не путай, Андрюх. Хорошо, я понял, что метка крестик, без дебаф... Пиков. Ну, типа, крестик — это то, что выбежать надо, а череп — это то, что летит. Метка Люси, короче. За кастом следят ДК, 2 ДК и шаман. То есть, по ситуации. То есть, смотрите сразу. Я буду, в принципе, каждый каст стараться сбивать тоже. ДК тоже будет сбивать. Давайте на пул. Все готовы, ДК пуляй. Не бейте, только главное сейчас. Красота, бля. Отбежали. Молодцы. Отбежали. Равис вышел, Равис. Форму, спринты. Сразу. Сделаем акросс-свет даже такой. Там не сильно близко к вам босс стоит. Не, нормально. Нам наоборот лучше. После коста отбегаем. Угу. Прям в меточку установите, чтобы нам этот нормально разлить лужу. Отбежали. Шам вышел. Быстро. Да лучше бы он налоков по КД давал. Блять, такой ник кончинка. Короче, будешь кон. Конч. Ладно, извини, шаман. Просто буду шаман говорить. Приготовились отбегать, отбежали. Кончинка. Сейчас будет метка безликого.
Должна быть. Вышка, вышка. Отбежали, отбежали, отбежали. О, вышка вообще хорошо сейчас, не захилил ни одного хп. Блять, у меня залагало! У меня интернет залагал. Блять. Все нормально. Если отбежали. После коста отбегаем. Отбежали. СР выбежал. СР вышел. СР тучку для хосты. Отбежали. ДК просто ладошку тебе дал. Чтобы не хитить. Отбежали. Собирается, кстати, там саранитовая штука. Собралась уже, кстати. Лови ДК. Стрелятор вышел. Стоп по боссу. Отбежали. Быстрее. Блять, это просто плохо сейчас было. Ребят, все в зеленую встали. Массакру дал. Ребят, очень плохо. Все в зеленую встаньте, просто в зеленую не бейте босса вообще. Просто в зеленую встаньте и все. Стоим в зеленой все. Быстрее в зеленую все. Или мы-то бейте уже, я Бруно брал. Отбежали. Мы не можем, у нас лужи не было, вот сейчас есть. Давай Геру сразу шам. Я 40% маны потерял. Выбежали. Это плохо было очень. Не, это уже, наверное, плохо очень. Так мы упали все. Да. Что там случилось? У нас лужа, я не знаю, как она разлилась, так между метками. Трога, давайте метки. Дайте диван. Я диван забыл. А, подожди. Только диван. Я забыл купить. А, дай. Ну, короче, на стреляторшу пошло метка безликого, он выбегал с ней, и на него патрон влетел. Насчет СС-ов надо дать по хилам, потому что при ресе у них, короче, мана будет 4800. На всякий. Ну, смотрите, мы босса до 4К спустили. В смысле до 4К? Ну, пока этот элементаль не вышел. 5% или 33% оставалось. Ты чё, в принципе, сколько? 5 с копейками миллиона и всё. Юсет. Опять у нас на нём проблемы. Тут огромный слаг, это чисто для РДД. Тут РДД напрягается, милики просто вкажут. Я бьют. Стою, просто смотрю. Я на локов кидал, просто было бы идеально. А, если бы на локов всегда кидал, было бы прикольно. А если, смотри, если все будут милики, он будет вот эту парашу свою кидать? А тогда мы по мане сядем и не убьем его. Не, просто интересно. Да, оно распределяет. Должно быть в мили-зоне и в РДД-зоне. У нас в мили-зоне достаточно людей. Не, мне просто интересно было. Насчет прерывания. Давайте будем более активны по прерываниям. У меня не 100% меткость от магии. Надо помогать. А то в одном трае мы умеем, типа, просто вайпнуть из-за того, что не сбили каст под конец. То есть там несколько человек умерло. Да, у меня просто промах был тогда. Также не вижу шамана. Вроде он должен доставать.
У тебя в фросте тоже не 100% попадания? Мне не через анхоли ветку, а мне через ветку крови. Это значит, у меня получится 70... Точнее, 97% меткости, то есть 3% промах. Даже чуть больше. На баф. Сейчас я покушаю.